канун Дня памяти и скорби собравшиеся у вечного огня зажигали свечи и вспоминали всех, кто спас мир от фашизма. Вспоминали тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, но послужил образцом мужества для будущего поколения. Наше поколение было воспитано на их примерах. На примерах их мужества, героизма. Это, наверное, помогло нам достойно пройти свой путь. И этот пример он будет еще многим поколениям служить. К памятнику неизвестному солдату, где зажженные свечи сложились в форме цифры 76, по зову сердца пришли люди разных поколений. Люди неравнодушные к таким датам, я бы так сказал. Неравнодушные к истории своей страны, с какой-то долей патриотизма. Акция продолжилась в 4 часа утра. На рассвете 22 июня 1941 года мирно спавшее население услышало гул самолетов, а радио объявило о начале войны. Началась Великая Отечественная война. Именно в этот час жители Увару собрались у вечного огня, чтобы отдать дань памяти погибшим. Каждый принес с собой свечу и зажег ее в память о тех, кто защитил родину ценой собственной жизни. Это не просто знак общей скорби, но и символ глубокой благодарности и единства. Мы сегодня должны с вами чтить всех тех, кто тогда, 41-м, встал на защиту нашей Родины. И подарили, наверное, нам самое дорогое – это мирную жизнь, которая позволяет нам развиваться, развивать свой город, воспитывать своих детей и иметь самое главное – иметь будущее. Меняются поколения, уходят ветераны, но память вновь и вновь собирает людей у обелисков, напоминая о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Сотни траурных свечей горят в честь тех, кто отдал свой долг на благо нашей Родины. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».